расстреляли на рассвете, когда вокруг белела мгла, там были женщины и дети. И эта девочка была. Сперва велели им раздеться, затем к обрыву стать спиной, и вдруг раздался голос, детский, наивный, чистый и живой. «Чулочки тоже снять мне, дядя?» Не упрекая, не броня, смотрели прямо в душу, глядя, трехлетние девочки, глаза. Чулочки тоже. И смятением эсэсовец собирает рука, сама с собой, волнение вдруг опускает автомат. И снова скован взглядом детским, и кажется, что в землю врос. Глаза, как у моей утины, в смятении смутном произнес. А Вели невольной дрожью нет, он убить ее не может. Но дал ей очередь, спеша. Упала девочка в чулочках. С ней не успела, не смогла. Солдат, солдат, а если б дочка твоя вот здесь бы так легла? И это маленькое сердце, пробито пулею твоей. Ты человек не просто немец. Ты страшный зверь среди людей. Шагал эсэсовец прямо, шагал, не подымая глаз. Впервые, может, эта дума сознание отравленным зажглась. И снова взгляд светился детский. И снова слышится опять. И не забудется навеки. Чулочки, дядя, тоже снять.